Оба, ребята, ну чё, всем здорово. Продолжим метрошечку. Сейчас полупимся нормально от души. Так, мне чё, куда? А, в тачку, что ли? Спасибо, подожди. Но сначала надо по карте посмотреть, есть... О, вот тут какое-то есть дополнительное, как бы, задание. Сейчас мы туда и заедем, по-любому. Пойду сначала на то задание схожу. Я даже не попёр, а поехал. Ого, о чём я, блядь, с лобовухой? Кто-то мне лобовуху пробил, блядь. База, это Анна. Ну чё? Я рядом с портом, лежу за основной дорогой. Активность есть. Пока я сейчас поход... Я сейчас по ходу дела заеду там еще на дополнительное задание, так что не ссы. Коровка. Чего? Я уже ваших баронов, блядь. Всех нахуй шлепнул. Нехуй ничего. Можешь просто молчать, вообще ничего не говорить. Блядь, подожди-ка. Откуда? И чего? Придур, блядь. Глупый. Вот эту игру мы по-любому пройдем, и я буду ее в YouTube всегда заливать. Потому что это реально интересная игра. А не понты какие-то там, блядь, в последнее время выпускают эти. Для Сеги, ёпта. Ща, подожди, я тебя все равно найду там. Тот, кто пиздит там языком своим. Угу. Опа. Да не поеду я туда, пизду, не охота что-то. Скорее всего, поеду вот здесь лучше, даже это оно и есть. О, вон, видишь? Поехали. Подожди, ёпта. Ты сначала мне дай патрон, сделай все как надо, потом я тебе подкину до города, чтоб красиво было, цыпа. Чё у тебя тут есть? Пойдем, показывай давай, блядь. Смотри, как я тут устроилась. Свою в Москве было похоже. Лачушку нахуй. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. Ты вот кто? Что я тут разведала? Ну и чё? Видишь кран на краю пирса? Блядь. Кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения... Чё, чесать туда? Так что проверить нужно. Погнали. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? А где бинокль, я забыл? Вот он не разбит, на Б. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Блядь. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может найти что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Сейчас вот так чик и туда сходим, пойдем. Так, автомат надо взять нормальный. Тут надо все смотреть, потому что вот
Вот такие вот бывают. Дрочильники, блядь. О, видишь? Пиздец, все пули только у меня, нахуй. Отобрали. Блин. Че, мне больше патронов не дадут, что ли? Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплохо. Откуда снайпер-то, блядь? Несы прорвемся, где он есть хоть? Зараза, пот глаза заливает, не могу попасть. Перезаряжаемся. Где ты, бля, меня прижал, пиздобол? Бля, пиздец, еще патроны кончаются. О, бля, автомат хоть нормальный. Целый, бля. Это нормальный пистон. Ну, сука, да пацанов ты мне ответишь! Только быстро! Ладно, ладно. На, сволочь! Ну, бля, вот это что за пушка такая? На, получай! Во, вот это заебатиська пушка. Вот это тоже офигенно, ну-ка. О, кого ты прижал, дурак? Сейчас я тебя буду просто убивать вас так всех нахуй. Дурочки глупые. Где ты меня прижал, ты мне скажи? Я уже у тебя под жопой, блядь. Прижал. Вот он, вот он. Побежал, побежал. Вон он, вон он. Снайпер, блядь, какой это снайпер? Да я его сейчас замочу, чего ты переживаешь. Вообще нормально пошел. Обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. Щик. Прошмонаю сейчас их будочки. Вообще что-то не попадает. Хрень какая-то. Ты что не попадаешь-то? Их там сколько, блин?
Короче, я сейчас лечу туда нахуй, я их сейчас так расстреляю. Возьми вот эту пушку нахуй обратно. Все, ребята, кайфуйте теперь. Вот это я понимаю. Экшен, блядь. А тут вообще и история прикольная, и стрелялка прикольная, все прикольно. Ща, ребят, я вас сейчас нахуй буду гатить. О, вон, смотри там. Еще вон с той стороны тип какой, блядь. Наглый, блядь. Где ты меня прижал? Где ты меня прижал-то, ёпт, дурачок. Вот тебе хедшот, блядь. Дурындыч. И куда ты нахуй собрался? Понял, как это делается? А вы говорите. Чё, теперь мне вон туда надо. Как, блядь, туда попасть? Вот так прям пойду, похуй. Брат 2, нахуй. Всем лежать, руки за голову. Морды в пол, блядь. Вообще там кто такой-то нахуй, ты мне можешь объяснить? Валите нахуй, крути педали, пока не дали нахуй. Я вас сейчас поджигать буду, ребят, вы знаете об этом? Подожди, сейчас я там пройду сначала. У меня как раз пока эти штуки. Ну какая штука, блядь. Что это вообще за автомат? Бля. Заткнись ты уже, барон, блядь. Чмо. Чмо убито, блядь. Я сдаюсь. Давай, где ты есть? А ты где? А? Ах, вот ты где.
пока его в нокаут нахуй. Потом. Мы разберемся нахуй с ними, блядь. С этими типариками. Че он говорит, как Лашко, блядь, сделал? Ты че думал, я профи? Отсюда должна быть это, да, во. Ништяк. Так, тут мне вообще что надо сделать? Что ты сделалась? Всех убить, нет? Вроде пока нет. Ну, какое-то типа доп. Задание, да? Возьму-ка я лучше вот такую пушку. Она повеселее будет. О, бля, выключу. Ищи какой-то, бля, опасный, бля, аппарат. Что вообще тут надо сделать, я пока не догоню. Ребят, я вас по беспределу уничтожу. Сейчас, ребят, я пойму, как вас удалбить. Теперь, ребят, вам придется подгореть чуть-чуть. Не, вот это мне не нужно так. Чё вы тут делаете-то вообще? Делают это, долбоёбы. Он еще живой? Что ты мне за аппарат дали вообще какой-то непутевый?
Все что ли? Ёбаный. Я думал, ты серьезный какой тип оказался. Ты так оказался. Чу. Ты так оказался, так себе чмо, бля. В итоге, бля. О, какая телочка лежит. Правда, мертвая хреново. Лошар, это вы, чё, бля? Ну, нормально, пушка. Так, а мне вообще в какую сторону? О, сюда, наверное. Что, я сделал, что надо, нет? Или нифига? Что мне вообще по заданию-то нужно было, бля, сделать? Я так что-то и не понял немножко. Так, тут я прошел. Прошелся, точнее. Что там за пушка такая, ну? Боевая, бля. О. Свобода! Свобода! Все. Все, что ли? Или еще нет? Ну, наверное, теперь все. Вот какая-то база есть. Игры как, бля, атакуют быстро. Все, пиздец. Тут какая-то вообще непонятно, что это за место. Но мне сюда надо. Мне на карте так показано. Что здесь надо сделать, я не знаю, но сюда надо точно. Сейчас вот как раз и узнаем, что здесь надо, нужно, блядь, сделать. Вон бункер есть. Какой-то. Просто как бункер, короче. Какой-то склад. Не бункер, а склад. Что-то боеприпасов нормально дают. Что, сейчас будет атака, что ли, нормальная на меня, или что это? Да, я так и знал. Я так и думал, что нормальная атака сейчас будет. Бля, чё вы так тут вас так много-то, блядь? Дураёбы, блядь. Кто-то сказал там мне в комментариях, что у меня слишком много мата. Ну, бывает чё. Без мата тут просто невозможно играть, я не знаю. В игры, вот в такие. Даже не в такие, а вообще в игры. Ну как без мата здесь? Вы кто вообще такие там базарите? Ну-ка, пойдем посмотрим на них, блядь, хоть. Ща.
Сейчас докурю нахуй. Выскочу с вами раз на раз. А вот это что за пушка? О, ребята. Это который вот так раз. Вот это аппарат, ёпта, ребята. Надо было ее мне раньше дать. Рэмбо, ёпта. Рэмбо, нахуй. У, ребята. Сейчас вот из этой штуки попробую мочкануть. Фу, какая-то вообще рогатка, блин. Чё это такое, блядь, вообще? Пизду, дрочка какая-то. Есть еще тут с какими-то пушками, блядь. Во. Чё ты меня прижал? Суки, блядь. Шо, блядь, она за хуйня кривая? На, сука, да, пушка есть? Хотя, бля, о, калаш, ёпта. Все, чувак, ты сдаешься? Получай тогда, Петровича. Вот это что у тебя за пушка? Такая у меня была. Кстати, прикольная пушка. Я хочу из калашка побахать. Тут вот мне что надо сейчас сделать. Пойдем пройдем по дому, поэтому. Так, вот, что-то я нашел, походу, точку, вот она. Точка отчета. Бинокль какой-то взял, верстак. А что я тут понаходил-то? Аптечек надо пособирать. Эти я не тратил. Так, ну и чё у меня дальше по заданию-то? Чё ты взял? Бля, только теперь мне до моей точки чесать нахуй. Хрен знает сколько. В ту сторону мне надо. Бля, это крупнокалиберная, ёбаная.
Хуярить нормально мне, короче, да, опять до моего места. Да, крупнокалиберный, короче. Где стреляют, хуй его знает. Он по мне долбит, нахуй, бля, заебись. Я их тут увожу всех, нахуй, они, бля, меня нахуй, пытаются. Ладно, что, давайте, короче, ребят, до следующей серии. В следующей серии продолжим, я писал.